Всем привет! Вот вам еще один лайфхак. Магический квадрат. Он может раскладываться бесконечно. И в нем 6 цветов. Крутая штука! Для нее нужно 6 цветов цветной бумаги, белый квадрат, ножницы и клей. Квадратный лист бумаги сгибаем пополам и к середине загибаем правый и левый концы. Дальше раскладываем и делаем то же самое, только в противоположную сторону. Получилось вот так. Теперь разгибаем и сгибаем обратно. Нам нужно отрезать ножницами вот здесь. Загнем и отрежем 4 квадрата. Теперь надо из цветной бумаги вырезать квадратики разных цветов и наклеить вот в таком порядке. Квадратики по 3,5 сантиметра. Теперь перевернем нашу поделку и начнем клеить квадратики с другой стороны. Надо клеить так, чтобы их расположение было точно как у меня на видео. Отлично получается! Теперь надо перевернуть поделку обратно на эту сторону и сгибать ее так. А теперь просто надо подвинуть зеленый к зеленому квадратик. И теперь прогнем все сгибы и можно играться в него сколько хотите. Он бесконечный. С вами была Лена Крас. Всем пока!